У нефтекамцев и гостей города есть уникальная возможность не только познакомиться с историей создания советского и российского стрелкового оружия, но и увидеть настоящие боевые автоматы, в том числе и автомат Калашникова, прославившего своего создателя на весь мир. Пистолеты, пулеметы, ручные пулеметы, винтовки, пистолеты ТТ. Большинство экспонатов можно изучать только через стекло. Но к некоторым есть возможность не только прикоснуться, но и сделать фото. Чем тут же поспешили воспользоваться первые посетители выставки, которые, к слову сказать, знают, чем известен Михаил Калашников. До этой выставки я, конечно же, знал, кто такой Калашников. Он создал великолепный автомат Калашников, который внес весомый вклад в оборону России. На этой выставке нам удалось прикоснуться к некоторым пулеметам и даже к автоматам. Экспонаты выставки из фондов Ижевского музейно-выставочного комплекса стрелкового оружия «Легендарный Калашников» представлены в Нефтекамске впервые. Помимо оружия, посетители смогут ознакомиться с историей жизни русского конструктора, внесшего неоценимый вклад в усиление обороноспособности государства. Одновременно в музее начала работу экспозиция творчества нефтекамских гимназистов. Здесь представлены самые разные виды резьбы, разные по качеству, по манере изготовления. Здесь и вооружение, и объемы работы. Но самое главное то, что в каждую работу дети вкладывают частицу своей души, свое сердце и теплоту своих рук. Обе выставки проходят в рамках оборонно-массовой и военно-патриотической работы. И их главная цель – ознакомление с историей советского и российского вооружения и пропаганды народного ремеслового творчества. Выставка стрелкового оружия продлится до 4 апреля. А оценивать работы юных нефтекамских талантов посетители смогут до середины февраля. Марина Медвинская, Иван Кузнецов. Информационная программа «Ежедневник».